Коллектив, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, и целый день, в общем, я пропучкался с гаражом. За весь день я только поставил стропила. До этого тут поставили мы рельсину вчера. Как видим, она у меня тут из нескольких частей, но она проварена, плюс соединена накладками, хорошенько стянута болтами. Так что ничего никуда деться не должно. Но, как уже говорил, столб здесь посередине ставить мне очень уж неохота, чтобы там, мало ли, двери открывать у машины не мешало, так как расстояние нет, не очень-то уж позволяет. Наверное, сделаю я раскосины сюда, к крайним столбам. И тогда тут точно все будет мертвяк. Хотя рельса и так крепко сидит. Вроде там залез, поскакал, вроде ничего там никуда не сдает. Такой вот тут у меня творческий беспорядок. Сейчас я собираюсь съездить тут до знакомого. Обещал дать мне досок на обрешетку под крышу. В общем, сделать обрешетку. Ну и закрыть. Осталось сварить ворота и обшить гараж. Пока обошью его снаружи вагонкой. Но в этом году, наверное, уже не успею. Но на следующий год, наверное, утеплю еще. Положим какой-то утеплитель, может, пенопласт, и сверху еще раз обошьем чем-нибудь и утеплим. Вагоночку, да, как тут многие писали, сразу уже была мысль у меня ее какой-то пропиткой, антисептиком каким-то, в общем, ее пропитать. Но это все в планах. Пока не знаю еще как, что получится. Подается тихонько, медленно, но верно. Ладно, сейчас я УАЗик заправил. Подготовлю пилу, поставлю шину, цепь и съездим до знакомого. Повыбираю там досок. У него 6-метровые они. Но не ликвидные, не кондиция. Хвостатые, наверное, так что повыпиливаю, наверное, по 3,5 метра такие привезу. И, в общем, состыкуем их тут. В разнобой сделаем. Под обрешетку, я думаю, ничего страшного. Что цельными гнать, что стыковать. Разницы особо не имеет. Итак, друзья, прошло уже пару дней с момента последнего включения. В общем, в тот день я успел доделать обрешетку у крыши. Теперь можно крышу слать. Купил доски, съездил на обрешетку. А как говорил он, не кондиция. Обзольная она тут вся. Ну такая, что из дров повыбирали там. Можно сказать. Вот теперь железом осталось покрыть и зашить стены. Не знаю, когда это буду делать, блин. Надо как-то день получше выбрать, да. Хоть с работы отпроситься, что ли. Итак, друзья, начал, в общем, я крыть крышу. Наконец-то дождался я выходного. Дождь с утра прошел, но сейчас пока нету. В общем, ребята, у нас дожди льют вообще практически каждый день. Ходить, копать вообще не вариант. Железо.
В основном из-за того, что не хватает времени. Работа, выходные, гаражом занимаюсь. В общем, один лист уже прикрутил. 6 листов, в общем, на крышу закинул. Осталось еще 6 закинуть. Но сейчас сначала одну сторону закрою. В общем, полезем на крышу, там покажу. Вот так вот, друзья, крою. Листы у меня по 3 метра. Ну и тут немножко до конька не хватает. В общем, это расстояние перекроется коньком. Так что, можно сказать, рассчитал нормально. Тут оцинкованным листом, в общем, перекроем конек. Три листа прикрутил, четверть крыши закрыта. В общем, работаем быстро. Надо сегодня успеть все закрыть. Ну, закрою точно. В общем, шуруповерт я взял вот такой вот фирмы. В общем, у меня был метабовский, который я выиграл на соревнованиях вальщиков леса. Но тот благополучно, отслужив год, также благополучно сгорел вместе со старым гаражом. Очень скучаю по тому шуруповерту, не знаю, как покажет себя вот этот. Посмотрим. Thank you.
Так, ребята, времени уже ближе к вечеру. Закрыл я, в общем, крышу. Вот так это все получилось. Отлично. Ну вот так вот, ребята. Не знаю, как камера передаст. Надеюсь, нормально. В общем, вот так вот я ее перекрыл. Так вот выглядит изнутри. Наконец-то я этого дождался. Осталось обшить. Так, друзья. Вот, наверное, пока и все в этом ролике. Стены, ворота сделаю отдельное видео, наверное, заключительно, когда гараж будет полностью готов. Хотя бы пока так, и то хорошо. Не знаю, как у меня хватит времени, но думаю, в этом году должен успеть закончить. Сейчас еще тихонько варим ворота, купим вагонки, обшиваемся. Ну и на этот год все, а на следующий, наверное, уже будем думать, как утеплять его. Может, даже зимой что-то как-то. Можно даже буржуйку поставить в гараже. Какое-то место позволяет. Установил я столб средний. Брусок деревянный поставил, приподнял рельсом домкратом, поставил столб, все отпустил тут. Все теперь крепкое, теперь точно ничего никуда не провалится. Он тут не сильно-то и мешает, этот столб. Нормально. Ну вот, друзья, на этом и все. Не забываем. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Всем огромной удачи и пока!